Парад спецтехники МЧС на главной площади Мурманска был приурочен ко дню пожарной охраны. Маленький праздник собрал немало горожан, а для детей красные машины стали настоящим подарком. Мне понравилось тоже лазить по машинам. И сидеть в них. Серьезная техника с замысловатым, но романтичным названием «Бронто Скайлифт». Самая современная машина МЧС области. На службу она заступила в 2008 году. На ее счету уже несколько боевых выездов. Такой исполин способен дотянуться практически до небес. На празднике большой Мерседес, без сомнения, стал любимым экспонатом для малышей. У нас была самая большая 50-метровая лестница, которая позволяла производить спасательные работы только до 12 этажа. То есть мешали пандус и все. А сейчас при данной технике можем спасать и даже с крыши гостиницы «Арктика». Праздник – хороший повод вспомнить боевые заслуги не только техники, но и людей. Михаил Николаевич в МЧС уже более 30 лет. Когда-то он пришел на службу обычным рядовым. Закончил начальником пожарной охраны Мурманской области. Жители города Мурманска могут быть спокойны в том, что пожарная охрана всегда приедет вовремя, всегда спасет. И для этого есть силы, средства, люди, техника. Для многих сослуживцев он хороший пример. Но главное, что маленький внук Игорь, пусть и немного, но знает о дедушкиной работе. А главное, считает ее очень важной и нужной. Потому что они тушат пожары, и это очень сложно. Так мы в душе сжимаем боль и страх. И чем страшней, тем мы идем бесстрашней. Самым зрелищным стали показательные выступления спасателей. Всего в паре метров от зачарованной языками пламени публики они ловко справлялись с разбушевавшейся стихией. Выход такой народ – это опять к тому, чтобы людям еще раз показать, что техника у нас готова. Как говорится, порох надо держать всегда сухим. И техника у нас для того, чтобы спасти, она есть. Для того, чтобы провести спасательные работы, есть. Для тушить, что есть. Под занавес все боевые машины мурманских пожарных под звуки марша прошли торжественным строем по улицам города.